Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно вас приветствовать. А самое главное и для меня самое приятное, я надеюсь завтра увидеть многих из вас на очередном мастер-классе, посвященном управлению карьерой. Почему же эта тема так важна? Почему каждый месяц я провожу открытые мастер-классы? По одной простой причине, что тема карьерной стратегии и управления карьерой многообразна. В январе мы обсуждали тему постановки стратегических карьерных целей на 2017 год. Но что же делать дальше? У нас впереди еще 11 месяцев и 11 разных тем. В течение этого года мы будем поднимать на этих мероприятиях для того, чтобы вы, даже придя на эти бесплатные открытые мероприятия, захотели двигаться вперед. Для меня самой главной целью будет рассказать вам о том, какие трансформации с вами произойдут, если вы начнете работать, что будет происходить с вашей карьерой, как вы будете двигаться вперед, как будете встраивать в себя системы самодисциплины и так далее, так далее, так далее. Я постараюсь показать вам за эти 2 часа те возможные кейсы и те результаты, которые ожидают тех, кто примет решение двигаться со мной дальше в направлении карьерных целей. Итак, завтра управление своей карьерой. Мы подойдем вплотную к вопросу формирования плана. А что же нам необходимо сделать для того, чтобы добиться поставленной карьерной цели, стратегической карьерной цели? До встречи завтра, 9 февраля 2017 года, в Hyundai Motor Studio на Новом Арбате в 19:00. И, конечно, захватите с собой ваш резюме. Пока.